Всем привет! Меня зовут Руслана, и поскольку это мое первое видео на YouTube, я решила, что будет круто, если вы узнаете меня поближе. Поэтому не буду слишком много болтать, приступим к видео. 50 фактов обо мне. Мне 17 лет, и мой рост 160. В детстве я носила корсет для коррекции позвоночника, и он был пластмассовый, поэтому дети стучали по мне и называли меня «железный человек». Я просто терпеть не могу сладкий чай. Я буквально не пью его ни днем, и ни вечером, и ни ночью, и даже не утром. В 5 лет меня чуть не украл какой-то бомж. Победитель по жизни. Чаще всего я читаю детективы. Моя самая любимая книга – это «Питер Джеймс. Убийственно просто». Я целый год прожила в Нью-Йорке, и это был самый невероятный опыт в моей жизни, и я очень надеюсь туда еще раз вернуться. Я буду просто рада. Я ужасно боюсь насекомых, особенно летающих, и особенно мух. Если рядом со мной кто-то пишет простым карандашом или использует пилку, я просто схожу с ума, потому что эти звуки меня реально бесят. Больше всего на свете я обожаю видеоигры. Если есть какая-то видеоигра у меня, и я ее до сих пор не прошла, то я, наверное, не смогу спать, пока я не пройду ее. Однажды в школе я разбила стеклянную дверь. Терпеть не могу запах стирального порошка. В детстве после просмотра ужастика «Звонок» я выкинула кассету и ужасно боялась темноты. Сейчас я вообще не боюсь ужастиков. Редко вообще какой ужастик может меня впечатлить, поэтому если вы знаете действительно страшный ужастик, посоветуйте мне. Когда мне было где-то 13, я была просто без ума от азиатской культуры, и я очень хотела сама стать азиаткой. Я просто полный ноль в спорте. Я даже на роликах не умею кататься, ребят. Но я умею кататься на коньках. Умела. Единственный человек, которого я боялась за всю свою жизнь, это была моя бывшая директриса. Честно, вот она была страшнее любого ужастика, который я могла посмотреть. Я очень наивная и практически всегда верю людям на слово. Мой celebrity crush — это Джозеф Морган из «Первородных» и «Дневников вампира», известный под именем Клаус. У меня нет никаких пирсингов и татуировок, но в будущем я хотела бы сделать татуировку, но не пирсинг. Что вы думаете об этом? Дайте мне знать в комментариях. Я самая старшая среди всех своих братьев и сестер, а так у меня всего лишь два младших брата, но я имею в виду и двоюродных. На моем телефоне нет ни одной игры. Я вообще не играю игры на телефоне, хоть и люблю их на приставке. Однажды в Нью-Йорке я была ассистенткой на фотосессии. Это было реально круто. Я не ем арбузы с детства. Я вообще не люблю арбузы, и тыкву, и дыню. Однажды в детстве я подавилась конфетой, и я задыхалась, буквально умирала, но, к счастью, мой дедушка врач, и он спас меня. Не знаю, как вы, ребята, но утром я просто обожаю спать и валяться в кровати, а ночью я люблю смотреть фильмы, танцевать в комнате, как дебил, ага, и петь. Как стыдно. Зачем я это рассказала? Когда я была маленькой, я перепробовала разные кружки, от рисования до художественной гимнастики, и я нигде не задержалась более недели. Обожаю фильмы, основанные на реальных событиях, и особенно криминальные. Когда я была маленькой, я была очень стеснительной, и однажды на танцах мне сказали, что я должна буду танцевать вальс, и не надо было выбрать партнера, но так как я была очень стеснительной, я не смогла это сделать, я убежала, и после этого я не ходила на танцы. Мой самый любимый праздник – это Хэллоуин, потому что на Хэллоуин можно наряжаться всякие костюмы, а я люблю костюмирные вечеринки. Я знаю все песни принцесс Дисней, но на английском. Недавно у меня был выпускной. В журналах я больше всего люблю читать колонку про всякие социальные эксперименты и факты. Я очень люблю факты. Я могу просто зайти на страницу ВКонтакте, где там интересные факты, и перечитывать все часами. Мои самые любимые исполнители — это Нирвана и Лана Дель Рей. Их песни мне буквально никогда не надоедают. Когда мне скучно, я люблю смотреть всякие ситкомы или же мультики вроде «Симпсонов». Обычно я не досматриваю их, но смотря что.
По знаку зодиака я Овен, и я верю, что это оказывает некое влияние на мой характер, но при этом я, конечно, не верю в ежедневные гороскопы и всю эту ерунду. Мой любимый продукт в еде – это сыр. Я обожаю сыр и все, где есть сыр. Мода 20-х и вообще вся эта культура мне всегда нравилась, и даже до популярного фильма «Гэтсби», если вы думаете, что после этого, нет. И даже до этого я была влюблена в эти года. Больше всего на свете я бы хотела побывать в Японии. Как я уже говорила, я люблю азиатскую культуру, и я чуть-чуть знаю японский язык. Чуть-чуть, совсем столечко. Я небольшая фанатка романтических фильмов, но есть тройка моих самых любимых. Это «Титаник», «Дневник памяти» и... блин, что еще? «Гордость и предубеждение». Мое утро не начинается без чая горячего и яичницы. Я не использую в своей речи матерные слова. Моими иконами стиля являются Одри Хепберн, Мирослава Думан, Оливия Палермо, сестры Дженнер, персонаж Блэр из «Сплетницы» и Блэйк Эйви. Мне нравится рэп, и мои любимые исполнители рэпа — это Machine Gun Kelly и Eminem. Меня очень легко вывести из себя. Буквально любая мелочь может меня разозлить, и я превращусь в Халка. Я жутко ревнивая, иногда я даже ревную своих друзей к другим друзьям. Я абсолютно не понимаю людей, которые могут нагло перебежать человека в очереди. Я считаю своим долгом указать им на их поступок и поругать их. Не знаю, даже если человек старше меня, я как-то вежливо намекну ему, что он не прав и так вообще некрасиво делать. Я могу досчитать до 10 на немецком языке. Я очень плохо выговариваю букву Ч и Ш. Я поступаю на интерьер-дизайнера в турецком университете Бахчишехир. Если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк, подписаться на обновление канала и прокомментировать. А также, если у вас есть какие-либо советы, например, какого рода видео вы хотели бы увидеть на моем канале, то можете обо всем написать мне или тут, или же ВКонтакте. И все ссылки на мои социальные медиа будут внизу. Спасибо вам за просмотр. На этом все.